Буркова Татьяна Николаевна, хирург-офтальмолог детского отделения, врач высшей квалификационной категории. В 1993 году окончила лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского института. Стаж работы – 28 лет. Татьяна Николаевна – неоднократный участник всероссийских конгрессов по офтальмологии. Специализируется на хирургическом лечении косоглазия, нистагма и других нарушений положения и движения глаз. На лечении нарушений бинокулярного зрения. Проводит хирургические вмешательства с целью стабилизации близорукости. Лично провела более 1500 хирургических вмешательств по поводу косоглазия. Владеет всеми видами современной офтальмодиагностики и хирургических вмешательств. Как давно вы практикуете и почему решили заниматься офтальмологией? Около 30 лет практика офтальмологическая. Всегда хотела быть хирургом, но более деликатным, чем общая хирургия. Поэтому занялась и офтальмологией. Вспомните интересный случай из практики. Однажды пришел молодой человек оперироваться по поводу исправления косоглазия, который уже отслужил в армии и был там стрелком. Как вы любите проводить свободное время? А люблю отдыхать на даче и ходить в театры.